Я еще вернусь, Морра! Покажи мне.
Зачем ты меня будешь? Темной тучи над лесами мертаны. Кто ищет меня в такой час? Я. А, это ты, вершитель. Ты пришел вовремя. Нам нужна твоя помощь. Кто ты? Меня зовут Рунок. Я друид. Самый старший. А некоторые утверждают, что еще и самый сильный. Покажи мне свой товар. Ты в порядке? Расскажи мне что-нибудь об алхимии. Ты еще не готов к этому. Научи меня готовить напитки для превращений. Напитки превращений позволят тебе трансформироваться в любую форму жизни, но на короткое время. Нет нужды уточнять, что для этого тебе нужны необходимые ингредиенты и алхимический стол. У тебя недостаточно опыта. Если бы все было так просто. Тебе, может, еще... Почему ты называешь меня вершителем? Война богов свирепствует с самого начала времени. Инос и Белиар борются за господство над миром. Если он будет так продолжать, никогда из этого ничего не выйдет. А как это все ко мне относится? Ты избран, чтобы решить исход войны богов. Сам Аданос освободил тебя от влияния какого бы то ни было бога. Только у тебя есть власть выбрать по своему желанию, на чьей стороне ты будешь сражаться. Расскажи мне больше о войне богов. Аданос хотел, чтобы все жители мира сами распоряжались своей судьбой. Однако все, и люди, и орки, находятся под влиянием богов. Народы сражаются за победу во имя своего бога. Эта война будет длиться до тех пор, пока одна из сторон не будет повержена. Конечно, почему нет? Тебе нужна моя помощь? За нами, друидами, охотится зверь, который захватил мир. Ни один живой человек не может защитить нас от орков. Даже странники. Только ты, вершитель, в состоянии справиться с этим заданием. Что я могу сделать? Орки пришли из Гельдерна и укрепились наверху, в лесах. Они пришли, чтобы убить меня и украсть мою силу. Ты должен остановить их, иначе мне не сдобровать. Что оркам от вас нужно? Они хотят заполучить наши камни друидов.
У каждого друида есть при себе камень. Они все разные. Они были вручены нам самим Аданосом. Они дают нам его силу. В моем камне друида живет сила Мракориса. Я хочу обучиться твоей власти. С удовольствием, но с одним условием. Я слышал, что на юг был отправлен отряд охотников за друидами. Убей Гунака, командира отряда по поиску друидов. После этого я смогу доверить тебе мой камень друида. В такие дни, как сейчас, ему лучше находиться у тебя, вершитель. Но только заканчивай с этим. Да знаю я, знаю. Тебе может... У меня недостаточно опыта. У меня нет нужных ингредиентов. У меня нет нужных ингредиентов. У меня недостаточно опыта. У меня недостаточно опыта. Ты действительно думаешь? Послушал бы моего совета. Быть осторожнее с тем, что говоришь. А если было все так просто? Некоторые проблемы решаются сами собой. Если он будет так продолжать, из этого никогда ничего не выйдет. Да знаю я, знаю. Тебе, может, и все равно. Ему это лучше знать. Послушал бы моего совета. Можно подумать, у меня без этого проблем мало. А если было все так просто? Возможно, все. Ты это серьезно? Некоторые проблемы решаются сами собой. Лучше бы ты не встревал. Да знаю я, знаю. Послушал бы моего совета. Ты действительно думаешь? Если он будет так продолжать, из этого никогда ничего не выйдет. Некоторые проблемы решаются сами собой. А если было все так просто? Можно подумать, у меня без этого проблем мало. Тебе, может, и все равно. Быть осторожнее с тем, что говоришь. Конечно, почему нет? Да знаю я, знаю. Послушал бы моего совета. Быть осторожнее с тем, что говоришь. Если он